Всего за 3 года Великой Отечественной войны из рядов Красной Армии дезертировало или сдались в плен 49 362 чеченца и ингуша. Еще 13 389 смогли уклониться от призыва. Например, в 1942 году при создании национальной дивизии удалось собрать всего лишь 50% личного состава. Примерно 9 тысяч чеченцев и ингушей находились в Красной Армии в момент начала войны. Еще около 40 тысяч влились в Красную Армию уже в последующие годы. С войны не вернулись 2300 человек. С июля 1941-1944 на территории Северного Кавказа было ликвидировано более 197 банд. Уничтожили более 657 человек, которые были причастны к бандам и запрещенным организациям. Было захвачено 2762 человека, а добровольно сдались 1113 человек. Чтобы вам было понятно, можно привести пример, что в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии безвозвратно или попало в плен в 2 раза меньше людей, чем чеченцев и ингушей. В категорию предателей можно занести тех людей, кто пособничал бандитам в горах, так как без пособничества в горах бандитизм невозможен. Поэтому всех, кто способствовал бандитам, можно смело отнести в категорию предателей, а такие поступки в военное время наказывались высшей мерой. При приближении фронта к границам республики немцы стали забрасывать на территорию Кавказа разведчиков и диверсантов, а немецкие диверсанты были встречены местными жителями довольно благожелательно. Из воспоминаний немецкого диверсанта Османа Губи: «Среди чеченцев и ингушей я без труда находил нужных людей, которые были готовы предать свою страну. Они были готовы перейти на сторону немцев и служить им». Есть очень интересный факт, что при проведении операции «Чечевица», которая предполагала собой депортацию чечено-ингушского населения в 1944 году, то сопротивление оказало всего лишь 50 человек. Никакого противоборства горцы не оказали. Но стоило лишь нашим солдатам показать свою силу, как горцы сразу начали отправляться на сборные пункты. Но не все люди были именно такими. 36 выходцев из Чечено-Ингушетии были удостоены звания Героя Советского Союза. Друзья, спасибо за просмотр, не забывайте оценивать и подписываться, чтобы не пропустить выход нового интересного сюжета на нашем канале. Всем пока!